Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и добро пожаловать в самое грязное место на планете Земля, в игру под названием Gas Station. Мы с вами продолжаем убираться и выкидывать мусор, а если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков, потому что, друзья, где вы еще увидите рептилоидов и пришельцев? Вот они, посмотрите, вот рептилоиды, вот пришельцы, все как положено, сейчас они нас всех чипируют, и все будет нормально тогда. Так, у нас уровень топлива низкий. Погодите-ка. Разве у нас уровень топлива должен быть низким? Вроде бы нет. Так, дружище, подружаня моя, ты, пожалуйста, не уходи, потому что без тебя я тут не справлюсь. Так, сколько стоит топливо? Нам нужно купить топливо. Топливо, я хочу топливо. Доставка топлива, пожалуйста. И цена за литр $1.90. А отлично, я закажу сразу 500 литров. 860 баксов. Ну, 450 литров. Ладно, заказать, и это здорово. Остается еще целая 1000, но сперва я бы хотел убраться. Эту 1000 потратим, скорее всего, на запчасти для автомастерской. Кто-то в комментах написал, что если чаще заказывать запчасти в автомастерской, то по идее, они будут понижаться в цене. Что ж, не знаю, так ли это. Ну, давайте проверим, не знаю. Мне кажется, нет, это не так работает. Хотя я могу ошибаться, друзья. Пока не попробуем, не узнаем. Поэтому будем пробовать, в общем-то, прям-таки сейчас. Уровень наш 69%. Это очень здорово. У нас появляются дополнительные полки. В общем, жизнь налаживается. В прямом смысле этого слова. Клиенты на кассе есть, клиенты на заправке имеются. Топлива хватит на обоих. Денег, друзья, 1300. Всю прошлую серию мы посвятили заработку денег. И получилось заработать неплохо. На самом деле довольно-таки неплохо. Она обслужила всех. Ты моя хорошая, ты моя сладкая, ты моя дорогая, просто молодец. Автомобильные запчасти, шины 75, ну пипец. Ну давай, давай закупаться. Не знаю, сколько я куплю. Все равно мы выйдем в плюс. Немного средства для царапин тоже возьмем. Деньги позволяют. Автозеркала тоже какое-то количество нужно взять. Кстати, они стоят дешево. Это приятно. Ну и еще одно средство для царапин. Заказ. Это очень крупный заказ. Потрачены все деньги, но оно того должно стоить, мне кажется. Так, топливо привезли. Я уже бегу. Бегу. Правда, надо было все-таки сотку оставить, чтобы я мог заплатить за следующий рабочий день следующему сотруднику. А еще, оказывается, если дать премию работнику на кассе, то он будет работать сверхурочно еще и ночью, после того, как устанет. Да, здорово, но 200 баксов, 200 баксов. Просто подумайте, сколько это денег. Это 200 баксов. Это много. Куда? Побежала, смотри, бежит. Ты ж устала, бежит, смотрите-ка, бежит. Ты ж устала. Устала, она говорит, я устала. Что ты сигналишь? А, топливо все еще заливается. Ну да, этот процесс не быстрый. Конечно же, не очень-то быстрый. И как же давно я сам не стоял уже за кассой. Это просто пипец, друзья. 1000 лет. И еще бы 1000 лет не стоял бы за кассой. Честно сказать. Продуктов покупают они много. Если продукты разнообразные. Офигеть, сколько всего. 58 баксов, не слабо. Должна была бы заплатить побольше. Клиент у гаража. Я его обязательно обслужу. Сейчас разгружу все привезенные вещи. И тогда... Не сигналь! И тогда... Да. Мы поменяем ему и колеса, и все царапины зарихтуем. И зеркала побитые. Поставим новые, не побитые. В общем-то, будет все прекрасно. Давай, езжай домой, тебя ждет дома суп. А если не ждет, тогда это грустно. Тогда он приедет домой и будет спать без супа. Печально, братан. Что поделать, это очень печально. Все, я побежал. Побежал в гараж, клиент на кассе. Ладно, обслужу клиента на кассе. А если чувак из гаража уедет, я не знаю даже, как быть тогда. Не, ну гражданина полицейского по-любому нужно обслужить. А иначе, кто его знает? Пьет на рабочем месте, офигеть.
36 баксов. Все, я хочу поставить человека, работника. Давай, я заплачу тебе оплата. 107 баксов мне как раз... Мне не хватает. Не хватило $1, серьезно? Вот это досадно. Так, ну что, клиенту гараж... Так и знал. Блин, так и знал, что этим все и закончится. Клиенту топливо зато есть. Да, вот я прямо чувствовал, что все этим и закончится. Серьезно. Я был уверен, что все так и закончится, что я не успею. И я не успел. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Оплата. Оплатить все. Давай, список задач. Торговля на кассе. Будь добр, беги. Чтоб аж прямо пятки сверкали, во все стороны разлетались. Иначе твои ноги реально разлетятся во все стороны. Так, ну убрались. А в туалете? В туалете у нас грязненько, я думаю. Да, посмотрите. Ни один человек ноги не вытер. Ни один просто. И банан еще подкинул мне. Это какой-то пранк новый? Современный, модный. Так, краску убрали. Вроде бы больше нигде пятины нет. Баксов 54. Не густо, немного. Но в остальном, друзья, у нас есть все, что только можно пожелать. А еще я хочу пожелать от дяди еще одного заказа на его темные делишки, потому что это прибыльно. Я осуждаю темные делишки, но они приносят прибыль. Опа, 57, сладкая ты моя. Хорошая ты моя. Ну ладно, пока мне все равно заняться нечем, я буду заниматься рецидивом. Давай смотреть, что у нас тут припасено. На самом деле у нас тут целая это, преступная группировка под прикрытием автомобильной заправки. Все, все ради этого замышлялось, чтобы багажники взламывать. Так, я бегу. Клиент на топливе, подожди. Мне нужно почистить твой багажник, если ты понимаешь, о чем я. Потому что, ну, там, наверное, уже многое скопилось. Грязь там всякая, деньги и прочее. Оно тебе не нужно. Все равно ты все потратишь. А я сэкономлю. И найду грамотное применение всем этим вещам. Где люди в гараже? Пожалуйста, я его покрасил, перекрасил, сделал просто офигенно красивым, приятным. И что? И ни один человек не хочет приехать. О, у нас еще колеса остались, пипец. Вот это пипец. Бам, красота. Бам, красота. Ну, а масла больше нет. Посмотрите, сколько колес мы можем поменять. Ай, блондиночка. Ты же блондиночка, да? Я слышал, ты блондиночка. А я поставлю тебе колеса. Так, денег дашь? Дашь? Ложи деньги на стол. Аккумулятор я не буду менять, потому что у меня нет аккумулятора. Я просто не могу их закупать. Мне нельзя. Мне не разрешают. И она приехала сюда только за одним зеркалом. Да, нормал, да? Почему нет? Клиент топлива. Уже 340 баксов. Обратите внимание, друзья мои дорогие, любимые, приятные. Обратите внимание на эту сумму. 300... Чё, минус рейтинг? За что? А за что минус рейтинг? Алло? Я чуть не понял. Кто-то понял? Я не понял. А кто понял? Тогда если... А кто тогда понял? Потому что я не понял, он тоже не понял. Никто ничего не понял. А рейтинг минус. Может, просто кому-то что-то не понравилось? Просто потому что не понравилось. Мы, кстати, друзья, закупили товары. Давайте теперь посмотрим, повлияло ли это как-то на... А, ну провалился мусор под землю. Бывает! Повлияло ли это как-то на себестоимость автозапчастей? Просто интересно. Да! Повлияло! Цена-то упала, друзья, и... И сильно упала, и пока цена такая маленькая, я, конечно же, куплю еще. По такой-то цене грех не купить колеса. Значит... Неужто работает? Цены меняются не в 12, а цены зависят от востребованности. Чем больше ты покупаешь, тем дешевле она стоит. Знаете, меня это устраивает. Меня это, черт побери, устраивает. С продуктами ситуация обстоит иначе. Здорово, рыбеха. Знаешь что? Ты будешь первой рыбой, полетавшей в небесах. А я поймаю ее, интересно, или нет? Делаем ставки, я должен поймать, не поймаю. Не поймал, она слишком быстро падает. Она хотела воссоединиться с бананом. Но нет, не сегодня, рыбеха. Отдохни. Так, клиент на топливе. Бегу. Ладно, ладно. Бегу. Привезли уже запчасти? Нет, все еще едут.
Ты выходишь, да, я так понимаю? Это принадлежит мне. Стоп. Я попробую успеть. А я не успею уже. А я даже не знаю, не понял где. Ладно, ничего страшного. Можно отыграться на этом багажнике. Да блин, что-то у меня. Да ты, а где? Замки стали сложнее. Вот реально ощущается, будто бы замки стали сложнее, прямо ощутимо так. $13 не лишние, конечно же. Не лишние клиенту гаража. Думаю, чувак, курьер немного потерпит, а вот клиенту гаража терпеть не станет. Они в последнее время крайне нетерпеливые, супер нетерпеливые. Они не хотят ждать, они хотят уезжать. Плевать, что у него поломанные колеса, вся машина в царапинах, он такой просто: все, я не могу, я поеду на пробитых колесах. Да, пускай я разобьюсь, но я не заплачу этому владельцу заправки ни за что, ни за какие ковришки. Че? А че, колеса? Я думал, колесо нужно менять. Я что-то ошибся, видать. Приношу извинения свои, конечно же. Нет. Топливо, топливо, топливо. Я бегу за топливом. Я бегу за топливом. Все, теперь-то можно выгрузить. Что там грузовик привез? Я, может быть, за освободившиеся деньги опять закуплю вещей для гаража. Ну, прибыль приносит гараж колоссальную, не сигналь. И не приходится платить зарплату за гараж, что тоже, конечно, радует. Вообще хочется склад улучшить. На самом-то деле, если вот без шуток, а именно серьезно уже вести диалоги на какие-то темы, то главное — это улучшение объема склада. Вот. Чтобы я смог сразу и кучу продуктов покупать, и кучу запчастей, и так далее, и тому подобное. О, уехал. Не закрыл. Да что не закрывается-то, алло? Во, закрылось. С 13-го раза. Клиенту топливо, клиент на кассе. Че, он опять филонит, что ли? Нифига не делает. Алло, приема не работает. Но вот-вот уже пойдет на боковую отдыхать. Куда ж ты поехал-то на своей-то машине? Продолжаем зарабатывать, друзья, капитал. Повезло? А, это было просто. Еще один давай. Я не понимаю. Понял. Странно, очень сложный был багажник, хотя на самом деле вроде бы таковым быть он не должен был быть. Вот так я скажу. И, наконец-таки, я вспомнил, о чем меня, друзья, просили. Меня просили попробовать вскрыть багажник прямо здесь. И эта возможность имеется. А не, нельзя. Тут нельзя багажник вскрыть, пока, ну, все-таки стоит чувак, хоть он и одноглазый, но видит его оставшийся глаз очень хорошо, видит далеко, смотрит хорошо, и в последнее время клиенты приезжают только за одной запчастью. Что-то, по-моему, это не очень культурно. Вам не кажется, господа мои клиенты? Готово, чаевых дашь? Я быстро все сделал. $80. Ну, в принципе, если колесо стоит 60, $20 мы заработали. На самом деле, неплохо. А, не подойдет так, да?
Пойду посмотрю, сколько стоит новый склад. 56 баксов, отлично. Это опять грязно. Посмотрю, сколько стоит новый склад. Вдруг, если баксов 500-600, я бы, наверное, даже его купил. О, все, утомился, побежал. Сразу, не отходя от кассы, берем следующего сотрудника. Оплата. Она берет меньше денег на целую десятку. Мне это нравится. В ней. Она прям реально классная, толковая дамочка. Это лучшее приобретение за все время, что мы работаем на заправке. Ни разу не пожалел о том, что взял ее на работу. Так. Что бы я хотел? Я бы хотел бы улучшить склад. 600 баксов. Надо повышать уровень станции. Да елки-палки. Это отстой. Блин, это очень отстой большой. Прямо такой колоссальный. Продукты, кстати, заканчиваются. Обратите внимание, друзья, снеков практически не осталось и прочего. Давайте докупим продуктов. В таком случае, товары. Напитки. Какие бы напитки? Ну, давай те. Закуски. Чипсвей, конечно, без них никуда. Балис. Давай попкорн возьмем по завышенной цене. Элкогельс. Фанчон, шманшон, шаншон. Сколько уже позиций? 383 или 305? Это на складе... Я не понял. 78, это что? Это то, что на складе лежит или что? Получается, что так, наверное. Ладно, сейчас привезут эти продукты, мы их разложим по полкам и закупим еще и следующие. Amazing, да. Шляпы купим, пускай шляпы продаются у нас, было бы здорово. И надо разложить, освободить место, колес положить там. Да, я колеса вроде заказывал дополнительно. Да, еще 7 штук. Ой, хорошо. Товаров больше нет. Нужно будет докупить. И масло моторное тоже не мешало бы приобрести дополнительно. Ремонт авто, только 6 выполнено. Пипец, не приезжают на ремонт машин. Почему-то вот именно на машины не приезжают. И я тогда сегодня не смогу ничего улучшить, потому что, а что я улучшать буду, если я не могу ничего улучшить? Зато ближайшие несколько дней проблем с... запчастями автомобильными не будет. Это здорово, это радует. Так, давай по-быстрому. Пока он не начал сигналить и выбешивать меня. Клиент в гараже. Ну давай, почему ты постоянно приезжаешь в самый неподходящий момент? Вот когда мне нефиг делать, клиенты в гараж не приезжают. Прикольно, в воздухе висел комбик. Ха. А, это хорошее место, чтобы грузить товары. Нифига себе. Это супер удобно. Чё, сколько я закупил? Пипец. Давай, будь здоров. Не кашляй. Давай. Давай! Ну едь! Пошел вон отсюда, быстрее. Застрял. Не получилось вытолкать его. Ладно, я побежал в гараж. Самолет летит. Самолет. Вот бы он был бы нагружен деньгами и упал бы, да? Прямо вот куда-нибудь на нашу заправку. Было бы здорово. Вот это была бы реально сказка. Ну что ты? О, два колеса целых в этот раз. Большое спасибо тебе, это деньги. Вот за это спасибо. Опять же, капитал наш наращиваем. Сейчас сразу закуплю еще и других товаров, шапок там и прочего. Потому что я помню, приходили люди, которые хотели купить шляпу, но не было. Не было шляп в наличии. Это происходит не часто, но это происходит. Два клиента на топливе, тоже добегу сейчас. Давай. Все, побежал. 200 баксов. 160 всего лишь. Ну ладно. С каждого колеса по двадцатке пойдет. 45. Хорошо. Вещи, продукты, что я там закупил? Алкоголь я закупал, значит. Автохимию не закупал. Давайте вот это место забьем снеками. Я уж уже не помню, какие снеки покупал, а какие нет. Ха! Реально не помню.
Так, воду я вроде покупал. Да, целая куча разной воды. Кстати, надо будет, друзья, купить еще один холодильник, наверное. Мороженое я не покупал. Газет покупать сразу много смысла нет, потому что... Да, какое мороженое? Потому что просто не хватает места. Ну что, купим продукты, все равно заняться нечем. Давай, доставка продуктов. Товары. Сигареты я не покупал. Давай, те и те. Максимальное разнообразие. Морожка нужно купить, потому что заканчивается. Давайте купим сразу три вида. Автохимия. Все очень дорого стоит. Все очень стоит дорого. Почему, не знаю. Почему так дорого? Блин, все товары сбились, серьезно. Бред. Ладно, еще раз. Сколько денег? 254. Ну, давай купим, вот это купим. Губку и вот это. 538. Шапку, хотя бы нужно парочку шапок. $1,8, шапочка из фольги. Оно того не стоит. Вот так, 627, нормально. Еще пару рублей останется на будущее. Класс, клиенты. Пип! Пип! Сэнкс. 82%, друзья. Замедлился рост рейтинга, честно говоря, немножечко. Это ощущается. Возможно, из-за срача небольшого, который покупатели, опять же, тут развели. Ну, прикиньте, да? Они сперва сами срут, а потом и сами же ноют, что кто-то здесь насрал. Так вы же сами и насрали. Там же, где идите? Это ж отстой. Опять под мусор... под пол увалил. Провалился мусор под пол. Ну, вы сами все видели. Что мне вам рассказывать? Гараж. Гараж. Бежим в гараж. Ну, давай... Займемся ремонтом двери и так далее, пожалуйста. Масло, колесо и зеркало. Ну, тоже нормально. Что-то немного масла ему нужно долить. Всего ничего. Минимум. Колесо где? Которое? Вот тут. Угу. Похоже, мой работничек уже ушел спать, да? Да, ушел спать работничек. Что еще? Зеркало. Сбегаю сразу в гараж. Все-таки разгружу сперва грузовик. А нет, работник не ушел спать. Оно и хорошо. Значит, он успел доработать смену. Сейчас разгрузим, пойдем нового наймем. Ну как наймем? Просто заплатим денег ему. Максимальная скорость выгрузки товаров, друзья. Это новый уровень вообще происходящего. Готово. Скатертью тебе дорога. Я наигрался. Да, игра на гитаре у меня так себе, конечно. Закрылась. Отлично. Клиент топлива. Клиент там. Клиент сям. Клиент тут. А, ушли, да? А, ты работаешь еще. Блин, я уж думал, закончилась смена. Она продолжает работать. Молочага. Просто респект за это. Просто большой респект. И опять срач. Ладно, товаров снеки я не закупил, хотя нужно было бы. Разнообразие папирос. Всяких разных. Здесь мы ничего не покупали. Автохимия. Кстати, она плохо продается. Обратите внимание, зря я потратил деньги. Она практически не продается. Я не знаю почему. Может, они пройти сюда не могут? Да не, проход есть как бы. Не прода... Все, я не буду больше покупать автохимию. Она плохо продается. Как губки лежали, так они и продолжают лежать. Вообще. Пустая трата денег. Если бы можно было сдать обратно в магазин бы, я бы так и сделал. Потому что, ну, это пипец. Да опять проваливается под землю каждый раз. Ужас. 53%. Может быть, что-то для экстерьера мы, а? Для декораций докупим. Не, это не то. Снаружи. Что мы можем прикупить такого бы интересного, приятного? Здесь ничего. Желтое старое авто.
А надо ли оно нам? Вторая линия баннеров. Давай. Неоновая вывеска. Роуд 66. Красиво, давай. 200 баксов или мне показалось, я отдал? Или 20? Старую скамейку докупим. Давай. Ой, что это за ужасы такие нарисованы, изображены? А, какой ужас. Какой ужас. Срочно, срочно. Валик в руки. Ужас, ужас. Что за безобразие? Где это? Как это? Какой ужас. Какое отвратительное, ужасное изображение. Ну, ладно, я его стер. Но это было ужасно. Отвратительно, неприемлемо. Ужас. Ужас. Просто ужас, что мне там нарисовали. Друзья, это просто ужас. 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 Ну, реально страшно. Я увидел, я испугался. Потому что страшное дело, ужас. Давай, 85%. Ну, чуть-чуть еще, пожалуйста. Ой, ну, вывеска. А что она не горит? А, горит. Road gas. Gas. Нужно еще 17 клиентов и 100... А что чаевые не дают? А где чаевые? А что так мало чаевых? Я не понимаю. Очень мало чаевых дают. Обратите внимание, друзья, очень мало. 43. А надо 100. А где чаевые? Алло? Что насчет чаевых, братан, браток? Непонятно. А кассиру-то хоть дают чаевые? Мне интересно знать. Или я должен сам стоять на кассе и зарабатывать чаевые? Я не понимаю. Так, хорошо, сейчас 43. Будем следить и дальше. Но, по-моему, чаевые очень медленно прибавляются. Клиент у гаража. Может быть, тот, кто в гараже, даст мне чаевых? Не знаю. Было бы очень культурно с его стороны. И очень правильно. Вот реально по-человечески. Ну давай, что так долго? Так, что там еще? Масло и колесо. Давай, масло нужно купить, заканчивается. Плоховато. Потому что в самые трудные времена заправки мы только это и делали. Меняли людям масло в автомобилях. В самые тяжелые времена. А чаевые? Кто мне давать будет? Алло, я сам себе должен чаевые давать или чё? Пипец. Не, ну это серьезно. Это... Где культура? Кто вас воспитывал? Нужно давать чаевые людям, потому что многие профессии только за счет чаевых и живут. Это че... Это, ну, это правильно. Не нужно давать там $1000. Ну, дайте вы... Ну, 5. Где чаевые? Ладно, мне тут дядюшка снова помогает, дает новое задание, это радует. Только дядюшка обо мне и заботится. Сначала меня избивают его подельники, потом он мне помогает. Да, где? Хорошо, первый есть. Второй есть. Спасибо, что приехала к нам. Спасибо, третий есть. Ну, чудесно. Остается 7. Чаевых-то они мне точно не дадут. Мне давали чаевые только тогда, когда я стоял на кассе. Возможно, в один момент придется как-то... переквалифицироваться, отправить сотрудников, не знаю, топливо разливать и машины ремонтировать, а сам я буду стоять за кассой, чтобы получать чаевые, чтобы хоть как-то эту миссию выполнить. Да. Чё? Успех. Ну, это и есть мои чаевые, по сути. Я идеально делаю, чаевых не получаю.
Че, у тебя багажника неужто нету, багажника вообще нигде? И чаевых у тебя нет? Свинота ты. 48. 45 чаевых. Не, ну появляются чаевые. Правда, очень медленно. Так, нам нужно еще 6 машин отыскать. Не сигналь. Автобус. Че ты сигналишь? Автобус же едет. Давай. Клиент у гаража. Сейчас прибегу. Я уже тут раз начал работать. Надо завершить начатое. Да. Блин. Ха, получилось с первого раза, считай. Так. Начальный уровень, это я люблю. Это по мне. Ну, пипец. Во. Так, побежал, побежал в гараж. Пока он не уехал. Подожди буквально секундочку. Саша-ремонтник уже бежит. Саша-ремонтник уже здесь. Готов ремонтировать. Что бы не нужно было отремонтировать, все отремонтируем. О, опять под пол провалилась. Вот это золотая жила под пол провалилась. Вот это хорошо она заехала. Вот это прям отлично. Посмотрите, друзья мои. Это прям прекрасно. Сразу две двери с царапинами. Это мечта. Вот бы каждый раз такие были клиенты. Причем царапины-то довольно легкие. Колесо. А если бы еще все 4 колеса бы она захотела поменять. А еще и зеркала. Тогда вообще красота. И так, конечно, неплохо. Но прикиньте, чего мы могли бы добиться в таком случае. 45 чаевых, все еще 45. А что, а масла нету, прости. 300 баксов. Круглая сумма, красивая. Так. Ты только приехал, поэтому подождешь, а вот ты ждать, наверное, не будешь. Да как всегда не в ту сторону? Что за невезуха? И топливо, конечно. О, супер! 1300 баксов, учитывая, что у нас на складах еще куча товаров. Друзья... Жизнь на заправке налаживается, однако. Чего? А чё я сошел с места? Бред. Почти взломал и... сошел с места. Готово, успех. Чаевых 46, все еще мало. А, перестарался, немного больше налил, чем нужно было. Но не беда, не страшно. Две машины, друзья, две машины всего. Как всегда, не в ту сторону. Последняя, как говорится. Конечно, не в ту сторону начал крутить. 100 баксов, награда. 10 из 10, 100 баксов. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Развитие идет, деньги копятся. Когда мы перейдем на 6 уровень заправки, наконец-таки сможем что-то купить. Ну а пока все. До новых встреч, удачи, пока. Счастья вам, будьте здоровы и веселы. Пока.